Привет. У нас тут, похоже, произошел какой-то сбор. Минута. Ты! Больше ни капли, пока не расплатишься по счету. Спокойно. Он со мной. Я думал, вам отрубили голову. И это благодарность за спасение. Ты получил мое послание? Да, но тогда вы поможете мне уехать. Я оплачу тебе корабль от Марселя до Египта. Он идет через 4 дня. У вас есть догадки, где спрятан манускрипт? Кандерсе знал, что его разыскивают. Перед арестом он исчез на 2 дня и оставил вот эту записку. Манускрипт в склепе Людовика IX. Королевский склеп? Но лучше берегитесь, месье. В пещерах бродят призраки королей. Поймав свою несчастную жертву, они надевают на нее корону, сделанную из ножей, что пронзают глаза. И те вытекают, как спелый виноград после... Ну, корона Франции нынче еще страшнее. И о винограде. Займись делом. Да, месье. Найди склеп, на котором этот герб, и достань манускрипт. Встретимся через 3 дня. За тебя, Арно. С этим воспоминанием. У нас нет доступа к данным Хеликс. Заработала. Так. И куда же ведет эта ветка? Новая последовательность ДНК? Сейчас посмотрим. Королевский склеп должен быть под базиликой. Город развалили? Тебя скорбеть. Ну, покойся с миром. Что-то здесь. Бог отвернулся от нас. Что? Странно. Не упустите гада! Вижу его! Что это было? Что за ерунда?
Но, Людовик, где ты прячешься? Нет, не тут. Ничего. Ничего. Не здесь. Нет, не тут. Проще, чем... Где это? Черт. Дверь в храм где-то рядом. Вот карта. Нет тут ничего. Зачем тратить мое время на эту подделку? Этим вы задели мою честь. Ха, честь солдата? Не смешите меня. Можете разорвать свой контракт. Впрочем, и я могу. И это будет намного хуже. Простите, капитан. Я слышал, есть список изъятых из склепа реликвий. Могу их показать. Достойная замена храму. Мне нужно не это. Слушайте меня очень внимательно. Мы с вами хотим одного? Да. Чудно. Значит, договорились. Найдите храм, и, может быть, останетесь в живых. Был рад знакомству. Спасите! Что это было? Гражданин! Прочь от меня, духи! На помощь! Прочь от меня, дух! Изыди! Что ж, покойся с миром. Тебе-то уже все равно, так ведь? Спасибо, месье. Карта. Список украденных реликвий Пуарье хранится в библиотеке аббатства. В нем должен быть манускрипт. Thank you.
Ага, тайный ход. Во Франции стало безопаснее. Я с вами. Вот ты где.
Не убежишь! Чтобы не сбежал! Ну и куда ты не уйдешь? Assassin, c'est avec nous! Judas!
L'histoire se passe ici. Par Dieu. Sotier, il n'arrive à rien. Висеть будешь, оттуда такой вид! Хочешь, чтобы я подошел? Примерно когда Сен-Дени обозвали Франциадой, сюда хлынули охотники за сокровищами. Вернуть порядок. Молись о новой власти. Не могу. Меня арестуют. Так этот монах, дом Пуарье, записал все, что забрали из склепов. Он смотрел за работой и все отслеживал. Un espion? Он умный, и не платит службу охраны памятников. Мне плевать, кто ему платит. Мне нужен список. А у новых мародеров есть командир. И еще что-то. Чем занято ополчение? Явно не своим делом. А у новых мародеров есть командир. И еще что-то. Чем занято ополчение? Явно не своим делом. Что за черт? Тоже играть хочу. Давай-ка твоей башкой поиграем. Конфискованы правительством, как иначе. Так они наши? Более того, они тут, в лагере. Но я тебе ничего не говорил, ясно?
это для тебя делаю. Но совсем недавно. Далеко не ушли. Андрей, да кто это делает? Черт. Что-то здесь не так. Ох, боже мой! Добраться до жара! Дешевка! Сейчас! Так, список Пуарье. Что тут? Манускрипт Кандерсе. Место — старый красный дом. И имя — Леон. Гражданин! А ну стой!
Разве... Ты опять нарушаешь порядок? А! Ты мой! Ты не слишком... Исчезни! Тебя конец, зарежь! Ха! Получи! Прикрывай! Ты не шагай! Быстро в труп бегаю! Нахвай это, Крисюна! Хочешь, труп? Что ты делаешь, гражданин? Погоди-ка. Прикончил, кретин.
Ну попробуй подойди! Чёртовы крысы! Взять его! Надо было идти с друзьями дворяна, предатель! Не попадите в ловушку! Bonjour à vous.
Pas qu'on frappe avant d'entrer. Faites-en de la charpie! Oh, repartez tout de suite! J'ai bien envie d'appeler la garde. Encore lui ? Pas d'inquiétude. Чего надо ? Сина. Mes chers, à la ligne venue, venez plutôt vous divertir en ma compagnie. Vous verrez, je ne suis pas malade. Soyez bienvenus. Oh.
Как поживаете, друг? Простите, Леон здесь живет? Нет. Давно уж не видали. Проваливайте. Его опять арестовали? Да вроде бы нет. Его бы многие в тюрьму упрятали. Плут каких свет не видывал. Но он мне нужен. Вчера он ушел на мельницу. С тех пор не видела. Найдете? Вы от Марго. Спасибо. Прошу. Пусть вернется. Друг, как дела? J'espère qu'il ne va pas voir ma femme. В туннелях, похоже, кто-то чужой. Леон.
это мое. Эй! Эта дрянь не стоит нашей крови! Когда найдем дверь, будем купаться в деньгах! А ну за дело! Капитан Роуз его поймал. Леона? Слышал, он двоих наших убил. Тревожить сон королей. Только не говори, что веришь в эти байки про призрака. Я видел одного. А сколько ты тогда выпил, интересно? А ну?
Он в спешке сбежал. Дал дворянина, а? Слыхал, как они говорят? Прям небожители какие. Прям вот как будто гадят золотыми слитками, да в золотые горшки. И что? Кровушка-то голубая из их шей буквально всю Францию залила. И вот теперь даже родившийся на самом дне ада может подняться на вершину Олимпа. Отпусти меня, гад! Этого ты хочешь, малыш? Подняться? Да, я вижу. Тщеславие. Мы похожи. Роуз. Командир Бонапарт. Есть о чем доложить? Лишь об этом. Найди дверь, которой подойдет ключ. И награда превзойдет любые твои ожидания. А что за этой дверью-то? А это наш малыш-нарушитель. Это кто тут еще малыш? Да я чуть ли не выше, тихо, чем... Поучился бы дипломатии. Роуз, полагаю, ты сопроводишь юношу наверх? Конечно, командир. Убить. Что? Нет! Пустите меня! Давай! Будешь ребенок! А у меня свои дети! Призраки королей! Да уж, вот и застал врасплох. Ты меня не остановишь! Жизнь!
Изыди, нечисть! Никакой я не призрак. Меня прислала Марго. Мадам Марго? Ты хочешь сбить меня с толку? Здесь чужой! Гражданин, задержись! Опять придется. Ну что, сбит с толку? Живее, надо спрятаться. Не так быстро. Мне нужен один манускрипт. Он был в склепе под Сен-Дени. Он у меня. В моей крепости. Заберем его позже. Ну ты даешь. Прям лучший боец, что я видел. Не преувеличивай. Где учился? В Париже. Ух ты. А я за домом тренировался. Да только особо не с кем. Все борцы за свободу в Париже, как и ты. А твоя мать? Мадам Марго? Она мне не мать. Мама из Морисков. Она вернулась в Испанию, а меня пока оставила в приюте. Вот станет спокойнее, и родители вернутся. Сюда, пошли. А пока надо бы оружие достать. Это предоставь специалисту. Где ты это взял? Украл его вчера у двух мародеров. Спрятал тут. Отличная вещь. Ага, еще бы. Я знаю, что делаю. И что же? Спасаю Францию. А раз уж ты тут, дело должно пойти быстрее. Слушай. Что? Сначала нужно достать манускрипт. Мы должны защитить его от врагов Франции. А, ясно. Надо вылезти наверх. Неплохо. Смотри, не за... Неплохо. Защищайся!
Ух ты! Лучше, чем в байках про героев. Это потому, что байки врут. Это вот. Вроде бы. Никто важный нами не интересовался. Ходят слухи, что маркиз де Сад задает много вопросов. Не верьте слухам. Разорен и в тюрьме. Зачем нанимать такого мерзавца, как Роуз? Ему нет дела до наших целей. Я бы на вашем месте не марал руки. Что нужно крысе? Еда, разумеется. Вы апеллируете лишь к их эгоизму. Но вы просчитались. Ваши люди мертвы. Я знаю натуру людей. Все их страхи и страсти. Роуз негодяй? Несомненно. Но я, Наполеон, направлю его и использую во благо Франции. Толпа откажется от свободы, если каждый будет рассчитывать забраться наверх. Артефакт в этом храме даст им иллюзию надежды. И нас ждет слава. Остановим его. Спасем народ Франции. Так мы только отсрочим неизбежное. Ты что, струсил? Тебя попросту убьют. И какой в этом прок? Ну что, не хочешь, да? Тогда я сам! Стой! Леон! А ну вернись! Где же ты? Thank you.
все кишки тебе выпущу! И не нужны трусы. Я ненавижу Кто-то должен убивать вас, псы бешеные. А как ваш черед, молите о пощаде. Твоему другу понравилось ампутация?
Это что было? Боже правый! Client est toujours le bienvenu. Il a l'air de s'amuser. Я был у твоей таверны прошлой ночью. Отдай мне манускрипт. Зачем? Он тут вовсе ни при чем, разве нет? Я уезжаю, а это пропуск. А как же будущее? А как же свободная Франция? Пора повзрослеть. Забудь Францию. Ты сам по себе. Как случилось, что ты стал таким гадом? Тебе их не спасти. Они уже не вернутся. Ты такой же, как они. Bon, monsieur.
Добрый вечер. Закрыто. А вас тут кто-то ищет. Кто? Маркиз? Элиза? Элиза! Стой! Элиза! Стой! Вот. Я искала вас, месье. Спасибо вам за Леона. Терпение вам. У меня был сын. Сожалею. Нет. Он жив. Я бросила его. А после этого открыла приют. Это любовь. Иногда. Любовь тюрьма, уж я-то знаю. Этот... приют в нем – мое призвание. Леон говорит, что вы могли спасти Францию. Дети. Мадам Марго? Он за приютом.